Да, сколько вообще, сколько в Питере-то, и в детстве, и вообще, и не так давно, и в общем, как там, и в те времена, и в общем, никогда столько народу. Ну, так есть народ, как-то они тут это, ну, чтобы столько, что такое произошло, откуда столько народу? Правда, как-то меня это очень удивило, такое количество народа. В общем, летний сад, мужчина с татуировками, специально маечку одел, чтобы его татуировки сняли, что у него там сзади написано. Просто вот он на показ эти татуировки, смотрите, какой я, какие у меня руки, и все туда в летний сад. Там что-то такое, наверное, что-то там такое показывают. Хотя здесь тоже все эти люди ходят. В общем, честно говоря, я очень удивлена количеству народа. В общем, да. В общем, да. Сокровище Петербурга, особняк. Мужчина что-то там рекламирует. Сокровище он рекламирует. Может быть, это столько туристов понаехало. Может быть, О, слушайте, а автобус из Петергофа. Обратите внимание, фонтаны Петергофа. Короче говоря, автобус 212, фонтаны Петергофа. Мы из Петергофа, а автобус за нами. Понимаете? Поверните налево. В общем, короче, Якитория. Ой, Якитория. Этот развозит Якиторию. Вообще, да, слушайте, а помните вот это? Все, я заказывала. Я вообще, я, честно говоря, скучаю. Эти креветки Якитории, лосось какой-то Якитория. Вот это где-то я заказывала. Не в этом где-то я заказывала. Но это, ну, это о своем. Это я рассказываю. Я людей вообще снимаю. Я снимаю это количество людей, которые здесь ходят. Наверное, Питер стал так популярен, что эти люди прям все приехали. Не знаю, то ли это туристы, то ли все на улицу вышли. В общем, и все, в общем, вышли гулять.